Магия слова. Яна Москоменский. Наша жизнь есть странствие. Жизнь мы видим только эту, только странствие по свету. Продолжение дней немногих, но унылых и убогих. К бытию из бездн молчания мы, как прочие создания, подымаемся, и всякий изначально спит во мраке. Скрыт у матери под сердцем, к свету, к небесам отверстым, мы спешим. Комочки праха, и еще не знаем страха. День за днем и год за годом мы бредем под небосводом, вдаль безвестную шагая, возрастая и мужая. Наш удел до самой смерти суетиться в круговерти. Вот и мечемся покуда, ибо все мы не отсюда. Смерть же каждого находит и напрасно нас заботит. Кто там, все равно там будем. Легок путь туда или труден. А уж там, за той чертою, мы пойдем иной тропою. Так отринь ютоль земную и стремись в страну иную. В час, когда обратно к Богу дух отправится в дорогу, прах, истративший всю силу, ляжет отдохнуть в могилу. А настанет воскрешение, душу с телом в единение снова приведет предвечный, всеблагий и бесконечный. Так душа свои скитания, посланные в испытания, завершит и все забудет, и в покое век пребудет. Здесь же мы лишь горстка персти, устья бед нам ранят сердце. Кто разумно, кто как знает, жизнь свою перемогает. Господи, спаси нас грешных, выведи из стран кромешных и введи в свою обитель, наш небесный утешитель. Магия слова.